Казанский федеральный вновь стал медиаплощадкой для дискуссий и поиска ответов на вопросы, стоящие перед образовательным и научным сообществом. На этот раз «Альма-Матер» почтил визитом генеральный директор телеканала «Просвещение» с целью записи очередного выпуска программы «Высшая школа». Несмотря на то, что Владимир Косинчук в стенах КФУ далеко не впервые, тем не менее все же открыл для себя еще больше новых деталей из великой истории Казанского университета. Это важно, это назрело. Я хочу рассказать нашим телезрителям на федеральном уровне о тех целях и задачах, которые КФУ преследует, и что у него получается на сегодняшний день. Познакомившись со структурой работы университетского телевидения, Владимир Косинчук отметил, что медиа-центр не только играет важную роль проводника между администрацией университета и студенческой средой, но и укрепляет усилия по созданию единого информационного пространства вокруг вуза. Благодаря работе в медиа-центре студенты приобретают профессиональные навыки, которые могут использовать в дальнейшем для своей карьеры. Ведь не секрет, что ваш медиа-центр один из крупных и самых организованных медиа-центров в университетах. Таких не так много, поверьте мне. И тот опыт, который имеет ваша кафедра, ваш факультет, он очень важен для других, которые только-только начинают создавать медийное пространство в своем вузе. А далее в рамках пребывания в Казанском университете Владимир Косинчук снял выездной выпуск программы «Высшая школа». Тематика программы посвящена достижениям Казанского университета и его медиа-центра. Тот курс, который выбрал ректор вашего университета на создание крупного медиа-центра, он верный. Мне кажется, было бы полезно, если бы многие ректоры других вузов обратили внимание на то, как идет у вас подача. В ближайшем выпуске программы «Высшая школа» можно будет узнать, почему крайне необходимо привлечь максимальное внимание широкой аудитории к проблемам образования и какие события происходят в сфере науки. Поговорили и о журналистах. Практикующее в Казанском университете коммуникационное движение отлично прокладывает мост между студентами и профессиональным журналистским сообществом, отмечает генеральный директор телеканала «Просвещение». Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.